Приветствую всех, Лев на связи. Всей семьей пришли на прогулку на территорию пансионата Сосновая Роща. Ну и на пляж пансионата мы тоже заглянем. Я пока покажу вам, как здесь сегодня все выглядит. Прошли проходную. Здесь немножко по территории прогуляться решили. Очень приятное, красивое место. Это третий деревянный корпус, или просто его сруб называют. За ним сад фруктовый. Вот так вот здесь все выглядит. Обзор номеров в этом корпусе я делал в этом сезоне уже. Полистайте, посмотрите, полюбопытствуйте, как все изнутри выглядит. Ну а в этом видео вот просто снаружи. Пойдемте посмотрим. Очень ухоженно все, конечно. Очень симпатично. В деревянном здании в летний зной, в летнюю жару находиться, наверное, самое комфортное, что можно выбрать, почесть. Продолжают цвести олеандры. Ну, и молодые эвкалипты здесь растут. Теннисный стол. В чем-то общедоступно это. Кто хочет, играет. Выходим непосредственно к Сосновой Роще. Два транспортных средства и два плавающих средства. Сегодня новенькое будем испытывать как раз для малышки. У нас появилась специальная надувная подушка. Воздух, конечно, здесь отдельного внимания заслуживает. Вот эти вот пицунские сосны, величественные, высокие, очень высокие, с длинными иголками. Здесь создают очень-очень полезный воздух. Ну и здесь всегда несколько прохладнее, чем, допустим, на открытых местах. Проходим мимо первого корпуса пансионата, четырехэтажный корпус, еще со времен профилактория совхозного. Тогда еще все называлось Мзиури, солнечный. И вот этот корпус 80-е, по-моему, годы, первый, который был построен здесь, в поселке. Ну а под этой плакучей ивой можно испить водицы из фонтанчика. Сейчас мы сделаем обязательно. Давай аккуратно, только держись хорошо, ладно? Хорошо. Ну а сейчас мы входим в парк с пальмами. Несколько разновидностей здесь. Красивейший парк на самом деле. Не устаю повторять, что мне здесь очень, конечно, нравится бывать. Все как-то радует глаз, и спокойно, тихо. Еще и с моря ветерочек бывает легкий. Здесь комфортно очень. Ну, вот эта дорога, собственно говоря, выведет нас сейчас на пляж. Помимо пальм здесь растут вот гранат. Небольшие вот такие типа кустарников, это фейхоа. Ну, созревают они осенью, поэтому в сезон, кто здесь отдыхает, не застает их, конечно. И тут есть вот пальма посередине. Вот она плоды дает съедобные тоже. Но это тоже осенью. Здесь же, прямо у пляжа, есть один ряд домиков деревянных. Тоже их арендуют. Отдыхают люди. Так, ну а нам на пляж. При входе тут кафе есть. Пляж хорошо оборудован. Есть и переодевалки, и душ, и бунгало, и зонтики, и дорожки деревянные, лежаки. Сетку вот вижу для волейбола натянутую.
Ну и периодически прокат тут всевозможного инвентаря, как то сабборды. Бывает, приезжают покатать там на скутере, водном мотоцикле. Это не регулярно, это периодически. Ну вот сам пляж, он песчаный по большей части, но прибрежная часть галька. Ну тут в Абхазии это в основном такие пляжи. Пляж широкий. Народу не очень много, но мы вот слегка после обеда, то есть не вечером, но уже и не в разгар дня пришли. Ну, достаточно комфортно. То есть солнце уже несколько, так сказать, активность свою снизило. Сейчас будем водичку пробовать. Море спокойное, вода прозрачная, как всегда. Заходить, конечно, в такую воду очень приятно, теплая, парное молоко. Смотрите, какая прозрачная. Значит, такое вот у нас плавательное средство для младшей, но волны поднялись. Сейчас подождем, когда пройдут. И опробуем. Шикарная водичка. С удовольствием искупался. Ну и для младшей это вещь пока рановато. Для самостоятельно понятно, надо даже держать. Поэтому старшая с удовольствием вот пробовал. Ну как тебе? Скажи, не беспокой уже, все, отстань. Ну, в общем, как вы понимаете, погода изумительная, море потрясающее, в Абхазии просто прекрасно. И если вы вот-вот сюда планируете приехать, то вас это все ждет. Ну и по традиции покажу небо сегодня. Ну и повторюсь, находимся мы на пляже пансионата Сосновая Роща. Отлично провели время, и покупались, и позагорали, и творчеству время было уделено. На пляже всегда есть чем занять детей, что-то там с камушками, с песочком повозиться. Очень приятное место, всегда сюда, конечно, с большим удовольствием приходим. Ну что ж, на этом видео я завершаю. Спасибо за внимание. Ставьте палец вверх, если пришлось по душе. Комментарии оставляйте, делитесь, подписывайтесь. С вами был Лев из Абхазии. Всего вам доброго.